Вот я сегодня на перекрестке Абая, вот, вот улица, по-моему, Карла Маркса, вот эта бывшая. И это вот Коммунмаш, завод. Коммунмаш, торец его. Здесь, по-моему, наверное, какая-то пожарка была, что ли, раньше. Все на Абая. Вот. Туда дальше на Пурманово идет. Там вон высотные дома построили, девятиэтажки. Вот так вот. Там вон телецентр виден. Вот такая вот картина здесь, возле Коммунмаша. Вон там тот перекресток, где я стоял до этого. Налево Карла Маркса, это Коммунмаш. Здесь вот такие вот. Ресторан такой. А внизу магазины. А вот это ресторан. А справа это магазин. Это уже современный построен. Я хотел обратить ваше внимание вон на те дома. Девятиэтажки, видите? Новые построенные. Это улица Абая. Улица Абая. Впереди там перекресток с Фурманова. Я стою здесь вот возле речки. За этой речкой мы видим там жилой комплекс, недавно построенный. Это вот мост. Ну кто здесь раньше был, тот помнит. Там дальше вот перекресток, налево Коммунмаш. Тут вот эта вот речушка. Вспоминайте. Вспоминайте. Дорогие земляки, я стою на пересечении Абая Фурманова. Это вот кольцо. Проходил мимо, думаю, сниму. Несколько лет назад я снимал. Ну, думаю, еще раз сниму здесь. Какие изменения, я уже не помню, что было тогда, что сейчас. Ну, по крайней мере, эти дома, они те же самые. Пятиэтажка, тут вот четырехэтажка. Также мечеть тут вот стоит. Как стояла, так и стоит. Вот Абая туда направляется центр. Ну, а сам перекресток выглядит вот таким образом. Движение у нас очень сейчас активное. Это я вот, моя тень. Привет вам. Такая картина. Вот я вот стою на Абая. В конце Абая за Фурманова. Вон там впереди перекресток Фурманова. И вот тут вот эти вот жилые дома. Еще с советского времени. Я думаю, что знакомы с Джамбульцем и Тарасцем. Кто, может быть, здесь жил? Ну, тоже думал, сниму. Тут вот улицу вот эту я не помню, как называется. И вот туда дальше, Абая уже к Мира, улица Мира, туда пересекает.
Здесь, конечно, такая картина не очень. Все какое-то серое, тут все заброшено. Дороги, улицы тут. Вот видите, какие дороги тут. Может быть, сама дорога неплохая, но вокруг все ветхое, все такое заброшенное. Неухоженное. Ну вот такая вот. Вот, дорогие земляки, это конец Абая. Я стою на перекрестке Мира Абая. Вот, такие, вот так она выглядит. Туда Мира длится, туда. К Толиби коммунистической, дальше к кожкомбинату бывшему. Это Фурманова. Фурманова. Вот здесь частные дома, тут магазинчик продуктовый, таких много в городе. И вот туда длится. Раньше здесь какая-то была торговая база, что ли, или что тут было. На этом углу контора была. Здесь документы, как купишь машину или мотоцикл, здесь вот приходили, вот здесь оформляли для ГАИ. Ну вот так вот.